28 мая свой профессиональный праздник отметили все пограничные войска России. День пограничника – праздник всех, кто так или иначе связан с пограничной службой. Тех, кто служил и обучал молодых бойцов, обеспечивал технические потребности подразделений границы. В этот день с самого утра десногорские военные спешили поздравить друг друга. Армейские товарищи вспоминали юность, боевые подвиги и события былых дней. С строевой колонной весело и бодро они отправились к мемориальному комплексу «Курган Славы» для возложения цветов.